Так называемый рейд по арбузам начинается на центральном рынке. Сразу же у входа торговая точка с ярко-красными половинками бахчевых. А это грубое нарушение санитарных норм. На замечание специалиста – банальный ответ. Я только что разрезала задачу. Меня попросили. А кто вас попросил? Да, ну, женщина попросила, чтобы я ей показала. А вы знаете, что это делать нельзя? Да, я знаю. Но она мне попросила, чтобы я показала, какой потому что внутри. У вас нет условий не обработать. Я понимаю. Я сам минимум хорошо знаю. Документы на товар у продавца отсутствуют. Женщина объясняет, они у хозяина, но его имя назвать отказывается. Специалист предупреждает, за такое нарушение можно лишиться продукции, но все-таки верит на слово. Идем дальше. Еще одна точка с арбузами. Здесь реализаторы долго ищут нужные сертификаты качества и накладные. Спустя несколько минут в хаосе бумаг их все-таки нашли. Любая пищевая продукция должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество и безопасность, а также обеспечивающие ее прослеживаемость. То есть это товаро-транспортная накладная и удостоверение качества и безопасности. Специалисты рекомендуют не покупать арбузы на остановках и обочинах дорог. Там продавцы не смогут предоставить документов и, соответственно, результатов лабораторного контроля. На вашем обеденном столе запросто может оказаться нитратная бомба, что нанесет здоровью непоправимый вред. Кроме того, приобретая сезонную ягоду, важно обращать внимание на правила хранения. Арбузы, как и любую другую пищевую продукцию, нельзя хранить на полу. Это запрещается. Также необходимо на каких-то подтоварниках, либо в ящиках. Кожура арбуза может загрязниться вместе с тем и песком, и другими какими-то веществами. Не стоит покупать и половинку арбуза. По саннормам продавцам запрещается делать надрезы в бахчевых. Ведь пока целостность кожуры не нарушена, внутри ягоды сохраняется здоровая среда. А вот с разрезом плод моментально становится скоропортящейся продукцией, что чревато отравлением. Арбузы перед употреблением необходимо вымыть с мылом, а можно даже использовать соду. После этого разрезать чистым ножом и уже после этого только наслаждаться этой вкусной ароматной ягодой. Чтобы выбрать качественный плод, нужно постучать по нему кулаком. Зрелый арбуз издает звонкий ясный звук. Старайтесь выбирать бахчевые средних размеров. Крупные плоды, невзирая на их заманчивый и аппетитный вид, нередко выращивают с добавлением нитратов. Что касается проверки торговых объектов, они продолжатся до осени, пока продавцы получили только предупреждение. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.